господи! Ай, блядь! Ай, блядь! Зачем? Это Новый год. Ну и с Новым годом. Всем здравствуйте. Это специальный новогодний... Ты смотри, как он разговаривает. Новогодний выпуск, кажется, нащупал. Привет! Здрасте! И сегодня в выпуске Клик-клак сразится против импровизации. Это первое соревнование ссыкунов в мире. Чемпионат ссыкунов начинается! Подождите! Обязательно нащупайте кнопку подписаться и колокольчик. А до скольки снимаем? Финишная прямая, часов 5 максимум. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я так на самолет опоздаю. И куда ты собрался слиться со съемок в этот раз? В Австрию. Новогоднего настроения нет чего-то. А там снежок, елочки. Вон, чемодан уже собрал. А поближе елочки не нашлось? Так, ладно, пусть едет. Старого на графике нарисуем, а больше никому не уходить, бюджет не резиновый. Спасибо. Мы продолжаем. Онлайн-экшен War Thunder может перенести к морозным горам Австрии, заснеженным избушкам Волоколамска и другим живописным локациям нашей планеты. War Thunder вас ждут противостояния самолетов, танков, кораблей и вертолетов разных эпох, которые можно не только открыть и улучшить разными модулями, но теперь и украсить праздничным камуфляжем, декором и наклейками в новеньком новогоднем ангаре. А благодаря реалистичной графике вы погрузитесь в настоящую зимнюю атмосферу, где снег налипает на танки, гусеницы оставляют борозды на сугробах, а небо скрывают реалистичные облака. Качай War Thunder бесплатно по нашей ссылке в описании и получи новогодние подарки. Привет, я Антон Шастун. И все, вам больше ничего не надо знать, я жестко боюсь всего. Здравствуйте, я Эльдар Джарахов, но друзья зовут меня Альбом в феврале. Меня зовут Илья Прусикин, и я ссыкло. С Новым годом вас! Пока! Старенький, вот сегодня у нас новогодний выпуск. Ага. Поздравишь всех с Новым годом? Ну что ж, с Новым годом у нас всех! С новым счастьем! Представьтесь, пожалуйста. Юрий Музыченко. Как настроение? Плохо. Чего боитесь? Коробок и в Клик-клаке. Я Сергей Борисович Матвиенко. Здрасте. Пришел в гости в передачу Клик-клак к хорошим ребятам, которые ничего плохого людям никогда не делают. Да? Здрасте. Представьтесь. Я Дмитрий. А расскажите пару слов о себе. Я все это не люблю. Я планировал, что попаду на телевизор и буду смешить людей. Не буду никуда пихать руки и трогать всякую дичь. Меня зовут Арсений Попов, шоу «Импровизация», канал ТНТ. И я ничего не боюсь. Давайте ваших жуков. Поехали? Поехали. Ты змея? Конечно. Узнаю фирменный стиль Ильича. Так, пожалуйста, поддержите меня, если она мне будет кусать, эта змея. Хорошо, я буду управлять твоими руками. Хорошо. Ты доверяешь мне? Я тебе отсосу, если что. Я. Чем ты говоришь? Вырежем про змею, Саня. God damn! Фу, блядь. Я. Никаких резких движений, да? Потому да, что хорошо. Если там маленький самбист, он меня... Да, он тебя через бедро. Фу, как неприятно это! Старый, немножко... Подожди, к центру, немножко. Подожди, я хочу пол потрогать. Мне нужно уходить. Я отступ ищу куда. Ты уже близок. А ты специально надел эту футболку? Кураж, трусливый пес. Нет. Трусливый пес. Здорово, она. А чё ты? Мы не живой, да? Это нормально, мы подружимся. А левая рука на всякий случай все равно, да? Левая, бля, отдыхает отряд. Первый отряд отдыхает. Три бойца идут в бой, три бойца.
Давай подкрепление вызывай. Ну, неживое, подкрепление. Опа, пошли. Все это время мы прям рядом друг с другом? Ну нет, да. Еще можешь на сантиметров 5 опуститься. Вообще сантиметров 15, если честно, да. Как у нас по-разному работает глазомер, ребят. Для Юры это все равно несколько километров. Вот это то, что на чем сидит, или это уже оно? Это уже оно. Блять! Это с нашей планеты? Да. Абсолютно, да. Что-то раздавленное. Ну, целом, то есть, ну, да. Ну вот я и думаю, что это по ней проехали, и вы положили, поэтому она и не двигается. Блять. Ой-ой-ой-ой-ой, это же говно! Да, Эльдар, это говно. Это я сейчас спалил, что я трогал говно, да, однажды? Что я знаю, какое оно. Во-во-во-во-во, давай-давай-давай! Нормально. Он баскетбол играет. Молодец. Ну вот. Молодец. Ну вот. Это что такое? Это тарелка. Да. Фу, бля, что-то склизкое. Что это? Что это такое? Как в микроволновке. Да. Крутите барабан. Сектор твердо на барабане, ваше решение. Буква Х. Хлеб. Неправильно. Тогда я хочу передать привет отцу. Что это, пюре? Что? Да. Это пюре? Подожди, это еще не все. Пюре с котлеткой. О! Ого. Опа! Ого. Что-то знакомое, да? Блин, кстати, я хотел сказать, что это огурец, а почему он такой плоский? Это похоже на какой-то батончик, типа. Это получается два батончика. Это баунти уже! Рыбные палочки? Ну нет, это такое немножко другое. Я устал тебе подсказывать. Испандер? Да, блядь. Может, какая-нибудь котлетка? Так, холодненькая. Какая? Ну, какой-нибудь люля-кебаб. Я не понимаю, что он сломан. Да. А что там еще лежит? А что еще рядом? Ну, может, тогда, если люля-кебаб, то с пюрешечкой. Браво! Браво! Так, попробуй вот это взять. Вот, попробуй взять, да. Ты можешь приподнять? Динь-динь-дон. А, это люля-кебаб. Ничего хорошего. А с чем? А с чем? С пюре. Да! Да, блядь! Это пюрешка? Да. Пюрешка. Слушайте, ну к пюрешке обычно идет сосиса, но это ж не сосиса. Да. Это люляшка. Да. Это люляшка. Люляшка. Да. Блин, ну это что? Это не пюре. Можешь сказать то же самое, но наоборот? Пюре наоборот? Юрип. Это юрип. Юрип, правильно. Пюрешка. Да. Пюрешка. Такая. Это ты люля-кебаб показываешь. Две составляющих. Что мы обычно вот едим с этим и вот оно? Это котлеты? Да. Ну почти, какая? Пюре. Да. Пюре и... А, это люляшечка. А, этот кебаб, люля-кебаб. Боже мой, картошка. Ой, это как люля-кебаб. Да. Это люля-кебаб? А люля-кебаб с чем? Серьезно? Да, с чем? Пюре? Да. Это... Но... Пюрешка с котлетками. Да, а котлетка какая? Не совсем. Ну, особенная котлетка такая. Соевая, фу. Нет, слушай, ну ты должен точно знать. Должен, это точно. Пюре люля-кебаб. Да, бля! С Новым годом! Мы же здесь подсказываем, так вот. Да, вообще вы там для этого сидите, господа. Так вот, оно повсюду. Свитер свой, из-за чего лучше закатай рукава. Да, закатай рукава точно. Закатайте губу там, понятно? Указывать они мне будут, что мне тут делать. Топот маленьких ножек. Вы охуели. А, я слышу там звуки какие-то. Ой, а вы зачем туда положили невидимый барьер, который не дает засунуть мне руки? Оно пиздец, как неприятно звучит. Это точно не мой альбом в феврале. Ай, дядь, дядь, дядь. Ай-яй-яй-яй-яй. Бля, сука, там живая тварь. Не потрогай, 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 не потрогай, потрогай, потрогай. Дай мне, потрогай, не трогай, давай. Блядь, это ужасно, это еще хуже, блядь. Опять ничего. Режим бабули. Это змея, все. Опять, ну, ребят. Сейчас вы видите лицо очень смелого человека. Блять, сука, ты кто такое, а? Ой, они выпрыгнули, я уже вижу, что это. Они выпрыгнули, это эти саранчи. Да, это жесть. Блять!
Ты на фасовке в магазине работаешь? Так, 100 грамм, зачерпни. Здрасте, вам сколько взвесить вот этого? 150? Не вопрос, пожалуйста, вот... Ай, блядь! Сучара! Сука! Да, бля, ну почему оно ходит? Не знаю, мне кажется, что если бы я засунула за руку, я бы сразу сразу. Тебе страшно вообще в целом? Нет. Я просто ебать медленный человек. Просто, блядь. Ой, бля! Куда оно пошло? Куда оно пошло? Ай! Ай! Он такой лежал, мне пшу нахуй, блядь. Так сделал. Ой. Ну это какие-то насекомые. А какие? Вот это бабочка? Нет. А, сука, да, не трожь меня. Вот ты практически приручил сейчас. Я вас молю, нахуй, пацаны, не трогайте меня, бля, не трогайте меня. Ты их потрогай. Я не хочу с ними иметь ничего общего. Ай, блядь. Оно тут. Это? Щупай. Давай. Это таракан? Нет. Главное, что не змея, блядь. А ты боишься змей? Не. Ну это насекомые. Судя по. Идите в жопу! Я ж говорю. Оно прыгает! Ху нахуй! Погнали, ты лучше! Ху нахуй! Оп-оп-опа! Хуй там! Он меня тронул! Какой-то, я не знаю, блядь, кузнечик или что-то такое. Ну, еще. Вариации. Саранча. Да. Да. Так, вот. Саранча. Да. Ну, смотрите, это бабочки, кузнечички, саранчи какие. А! Это саранча? Давай, прыгни мне на руку, я тебя разгадаю нахуй сразу. А, вот ты! Хуль ты, блядь! Ёбаная саранча! Да! Нахуй! А? Ёлки не разгадаю! Иди посмотри! Шёл нахуй обратно в ту комнату, блядь! Подсказка! От этого люди... Монгола, татарская... Иго! Так... Наши... Саранча! Сделай вот так, хоп-хоп! Может, не надо? Саранча! Да. Знаете как, я быстро дотронулся до ноги, вспомнил строение... Да. Ой, блядь, их так много! Ты прикинь, да? Ой, ёб твою нахуй, блядь! У вас тут целая институтская группа, блядь! Ёб вашу мать! Вы чё, блядь? Вы так больше не делаете, ладно? Там змея? Нет, Илюшенька, там не змея. Ну, должна быть змея. Выглядит зато красиво, да. Но не значит, что на ощупь приятно. Лучше правой рукой. Пизда проебина! Оно сейчас тынгдыкается. Блять, ну оно двигается. Ну мне что? Это не нравится. Это что-то... Так близко, блядь. Ты мой хороший, наверное, кролик. Да. Ой. Ой, фу, что это? Ой, блядь! Ай, блядь, нахуй, нихуя себе! Он вообще, вот тут близко. Разверни, нет, вот так разверни. Ладошка к потолку. Так это что-то мне страшно. Что такое? Это презервативы. Нет. Это какая-то хуйня с какой-то хуйней. Трогай. О, как точно. Я бы точнее не сказал. Опа, ой, ой. Фу. Так. Ай-ай-ай. Это шарики. Так. Это не все, в середине есть кое-что еще. Ёбаный копченый. Ай, блядь, ну почему оно так много этого всего? Оно прям по центру и сверху, и, блядь, везде. Это большая-большая змея. Но я же реально боюсь змей, суки вы, ебать, ваш. Раз, склизкая хуйня. Два. Два. Ты, блядь, что? А это уже что-то... Ай, блядь! Это матка. Какие-то склизкие шары, и какой-то хуй там сидит. Это не смешно, мне плохо, блядь, когда рядом змея. Физически нехорошо. Ай, блядь! Попробуй другой рукой лучше. Юра, Юр, тебя на похороны надо звать. Плакать, плакать. Ну, потрогай.
О, фу, блядь! Фу, клизма какая-то. Так. Клизма. И на конце. Ебать, что-то живое! Там змея сидит прямо у входа. Юра, сделай руки вот так. Она подумает, что ты ее коришь. Все. Не иди нахуй. Привет. Это просто что-то висит. Это шарики с водой? Да. А еще там что посерединке? Что, какой-нибудь член? Смотри, ты уже очень хорошо нащупал. Блин, ну это что-то висит, ну что-то висит. Да. Какие-то сисечки. Ну в рот можно взять, да. А это шарик? Да! Да! Дальше. А теперь дальше. Теперь назови дальше цвета шариков. Не бойся, все хорошо. Все. Презервативы. Нет. Шарики. Блять, а вот ты-то кто такое, а? А что он в углу-то, блядь? Ты его загнал туда. Загнал туда, да. Боже, как ты можешь костяшкой что-то нащупать? Сейчас. Пальцы. Ну, же... Я попробуй. Говорю, такое ощущение, что он сильно бережет подушечки для чего-то. Да, у меня просто 7-й айфон до сих пор. Ну, шарик. Да. Но это не все, а что посерединке? Вот. Вот. Шарики. Это... Да, да, это шарик. Но это еще не все. Ой! Ай! На нас не направляй ток. Что, клизма? Клизма. А что на краю? Из клизмы растет роза. Правильно. Да. Какой красивый образ. Это какой-то, может быть, цветок? Да. А в чем он стоит? Это клизма. Да. А, это клизма. Да. А что? Да, блядь! На кончике что? На кончике у клизмы клизма. А что это? Потому что предмет пихаем его больше, чем... Это что-то нежное. Это цветок. Это тебе. Спасибо. Гантели. Так, господи, чупай ты двумя руками нормально. Клизма? Да. А что на кончике? Ну, это роза. Да! Серьезно? Это роза? Это клизма, что ли, блядь? Чего? Старый отгадал клизму с одного квадратного сантиметра. Это ничего не значит! Но... Дорогие дамы, на самом деле это все постановка. Это тебе. Это единственный букет, который я тебе подарю. Там все чисто. Это цветочек? Да. Да. Ой! 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 Ты не представляешь, насколько уместно сейчас твоё измутило. Да, а что на ней на краешке? Но это ещё не всё. Цветок. Да. А цветок? Да, в чём? Цветок в клизме. Да, молодец! Илюх, там не змея. Клянись. Клянусь, там не змея. Крестики убери. Несу ну, туда ребятки, руки. По классике. Ай! Ой! Сейчас будет снова. Ой! Ёб твою мать, пожалуйста. Где, блядь, вода? Я уже нахуй давай, на дне, блядь. Давай, почти, ты уже в сантиметре от воды. Я уже... Блядь, он меня нахуй трогает. Сука! Это какая-то гондонская живая тварь, конечно же. Вряд ли вы туда, блядь, положили нахуй конфету. А у вас это, как сказать, корпоративная этика кулаки пихать, да, сначала? Растопырку, да, давай. У него глаза тоже растопырились. Мне нужно засунуть руку в воду. Ну все, я в воде, я чуть-чуть в воде. Ой, блядь! Дальше так. Ну до дна. Ну, до дна. Что-то... Это рыба. Рыба. Это вода! Сань, вода не бывает, вот знаешь, такой вот похожей на... Вода не приходит одна. Ай, вода. Вода? Да. Вода. Теплая вода. Ай! Давай. Ай. Разожми руки. Давай. Да, блядь! Да это просто вода! Да не вода, это какая-то хуйня в воде! Смотри, он вообще просто человек, вот. Что ты такое? Ты змея? Да? Прикольно. Блядь! Это... Кальмар. Нет. Вообще не кальмар. А возьми, змея? Да ну возьми ты. Возьми в руку. Давай. Ай, суки! Ай, сука! Не трогай, пожалуйста!
не трогай меня! Оно что, наверх пошло за мной прям? Чуть-чуть. Нормально, нормально. Блять. Я не хочу это трогать. Прям по локоть засунь. Я не хочу это трогать, нет. Чуваки, я откажусь, наверное. Сейчас небольшой массаж рук и все. Заебал годятся. Хорошо, ты хочешь, я приду и суну руки туда? Да. Че, будешь? Давай твои руки суну. Давай одну, давай вместе. Давай вместе, давай. Давай, 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 давай. Все, я тебя понял, я тебя понял. Что? Все, я тебя понял, все? Блядь. Давай, молодец. Вот, все, за каждым молодец. Сильным мужчиной стоит сильная женщина, блядь. Это змей. О, блядь, зачем? Это Новый год. Новый с Новым годом, с Новым годом, с Новым годом, с Новым годом, с Новым. Деда Мороза нет, Деда Мороза нет, Деда Мороза нет, а змеи есть, блядь, это много! Это змея. Представь, что ты на ЕГЭ. Давай так, змея — это неправильный ответ. Он на 25% неправильный. Это минога. Это на 100% неправильный. Блядь, ребят, это какая-то змея, блядь, ну правда, блядь. Последнюю букву измени в этом слове. Змеи, блядь! Блядь, это змеи? Да. Да? Да! А! Сука, это змеи, блядь. До дна прям. Давай. Ай! Это змея, это змея, это змея, это змея, это змея! Кто, ты точно сейчас сказала, сколько нужно, по-моему? Змея, это змея, это змея, это змея, это змея. Пять. Вот он я, вот он я, блядь! Вот он! Ну, зай, сука, блядская! Змея там, блядская змея! Мама, они сейчас задушат его. Можно? Руки, он не дышит руками. Ой, какие красивые. Вы ебанулись. Блядь, суки! Зай! Суки, блядь! Суки, блядь! Ты старый, да? Да. Ну ты тоже не молод. Здравствуйте, мальчики! Как ваше настроение? Новогоднее? Да, с Новым годом, пожалуйста. Для вас мы приготовили вот эту замечательную коробочку, чтобы вы одновременно смогли нас порадовать. Правила вы знаете, осторожно, без резких движений, мы засовываем ручки и пытаемся там нащупать. Змея. Мы не угадываем, дорогой мой, мы не угадываем, мы пытаемся пощупать. Юр, а ты что, боишься, что ли? Нет, просто вы... Пусть Митя открывает руку. Так, а задача, кто первый, типа? Да, кто первый, тот молодец. Побеждай давай. Нет, я не хочу. Ты же рокер, бля, как так? Ну, там явно не гитара, чувак. Хорошо. Блять, ты уже из рукавов вытащил? Нет, пока... Блять. Это все, это надолго, я так понимаю. Я знаю, у меня есть тактика. Я сначала проверяю высоту объекта. Я вот так двигаю руку. Блядь! Ты чё, дурак? Ты дурак? Это не твоя... Это твоя рука! Что ты, блядь, делаешь, блядь? Блядь, ты мог так далеко засунуть. Я не делал ничего. Это с твоей стороны. Давай, сунь. Да иди нахер, блядь. Там что за... Это ты меня тронул? Нет, я вот настолько залез. Давай. Иди вперед, Антон. Антон, ты идешь. Илья тебя опережает. Он... Ты уже трогаешь? Я еще пока нет. Он колдует. Ай-яй-ай. Ой, блядь! Я дотронулся. Я тоже. Бля, что это? Ильдар уже начал. Ох! Блин, пока классно, я ничего не чувствую. Это ты! Это ты! Бля! На то и был расчет! Ну ладно, смотри. Вот на этой высоте нет ничего. Теперь мы это знаем. Илюха, ну тебя сожрет сейчас. Блять. Так? Блять. Чего? Остро. Остро? Остро. 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 Ай, блять, остро. Оно остро, смотрит блядь. На вас обоих. Ай, блять, остро. Как? Ну давай засовывай, мне одному страшно, блядь. Там оно надышало, блять, там тепло. Что там? Арсений, надо будем мы. Ой, я на что-то нащупал. А, господи, что это такое? Это похоже, я знаю, что это такое. Давай встретимся. Давай, да вы уже встретились однажды. Не-не, мы теперь знаем, что... Все, нет, блядь, это мы, это блядь, мы, это блядь, мы. Дай, блядь, блядь, дай мне руку, мне страшно. Вот. Теперь опускаем. Ты опускаешься? Не знаю. Да? Я опускаюсь? Да, ты давишь мне на руку, блядь! Потому что я тебя прошу, мы опускаемся. Я говорю, мы опускаемся. Вы просто держите друга за руку. Это визуальный обман. Вообще, честно говоря, он пытается, я не даю. Ребята, еще где-то вот секунд 10, это будет уже неловко. Нет, ну...
Блять, это... Илюха, оно тебя заметило. Оно меня... Меня? Ай, блядь. Оно прям конкретно оно ближе на тебя кольнется. Оно прям, да. Ближе стало ко мне. А кого оно больше заметило, его или меня? Оно по-прежнему ближе вот к сейчас ей. Оно обоих одновременно заметило. Да, это лягушка? Нет. Не-не-не-не, все правильно, все правильно. Что ты делаешь? Проверить. Я пытаюсь твою руку сделать ниже. Давай тыльной стороной, Подожди, давай тыльной. У меня там пизжи рецепторы, давай. Не это невеста. Улитка? Да, это улитка. Не туда, на себя, в другую сторону, Юра. А, на вот, себя, в смысле? Вот туда. Что, блядь, кусается? Да ну нахуй! А, я знаю. Нет, не говори. Нет! Да, и все, и Сара пошел молодец. Это же улитка. Да? Это улитки? Да, молодец. Да. Все, Сара, спасибо. Сняли. А где? Где? Вообще. Это, рак. Нет. О, я трогаю. Трогай еще. Ну, давай. Давай, я верю в тебя. Это... Ты смелый. Ай, блядь! Что это? Это раковидное какое-то. Это омар, блядь. Это, ну, сверху, ну, то есть панцирь. Панцирь. Черепаха. Черепаха. Нет. Что это, блядь? Ты щупай пока. Я не знаю, что это. Ты руками потрогай. Дима, руками потрогай. Да что это, блядь? Это улитка! А, да, это, ну, какая-то моллюск да, какой-то. Да, улитка? Да, это улитка. Да. Ну, блядь. О, Илюха уже смелый какой-то. О, улитка, блядь. О, да, блядь. О, ебать. Ну, давай. Смотрите, реально улитка? Обойдите, посмотрите. Какие красивые. Офигенно. Вот это мама, да. Это дети. А это отец, 100%. Ай, блин, бедная, я тебя чуть не оторвал, да? Да. А они съедобные? Подожди, улитка давай. Изюм. Начнем с того, ты уже ел улиток? Да, я ел улиток, и вот та вот, которая крупная, очень аппетитная, да. Да? Угу. Ее зовут бизнес-ланчи. Ой, ебать, нахуй! Ебать! Это что, мне самая большая достал? Ой, блин, какую ты трогал? Я самую маленькую трогал. Я самую большую трогал, я крутой. Я трогал самую большую, мне глубже знать. Мы видели. А я видели, как ее прям взял, типа? Да. Тыльной стороной руки так взял и схватил прям. Как вам было страшнее, поодиночке или вдвоем? Не, вдвоем легче, на самом деле. Вдвоем, да, потому что ты понимаешь, что его не цапнули. Ну, вы молодцы, вы по-прежнему главный сыкунишки в нашей передаче. Да! Да! И мы гордимся этим! Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вот эти колокольчики жамкайте, пишите в комментариях, кто же самый красивый мужчина по версии всех журналов всего мира. И с Новым годом, друзья! С Новым годом! Друзья, набираем 500 000 лайков и клик-клак вместе с импровизацией снимут еще что-нибудь совместное. Все в ваших руках. Ставьте лайки. С Новой годой! С Новой годой! С Новой годой! С Новой годой! Сегодня одна из команд буквально уничтожила, раздавила, унизила своих соперников. Но так ли уж прям важно, кого раздавили и унизили? В честь Нового года мы все сделаем честно. Поэтому победила дружба. Всех с праздниками!